Вот беда. И хлебца совсем не осталось. Одни только крошки. Что это? То ли ветер воет, то ли человек поет. Мило, дай хлеба кусок. Извини, бабушка, нет у меня хлеба, только крошки. Ну, дай хоть крошечку. Ну, ладно, садись, угощу тем, что есть. Ой. Держи, бабушка. Вот. Ой, а не найдется ли у тебя водица напиться? Да, конечно, сейчас. Вот беда. Один глоток только есть. Ой. Ну на, пей. Ой, что за беда, как пьется вода. Добрый ты молодец, отзывчивый. Спасибо, бабушка. А ты как здесь, в лесу оказалась? Я не бабушка. А ты кто таков и что здесь делаешь? Я Данила, мастер деревенский. Полюбил соседскую девушку, Нинилу. Она мне говорит, за того замуж пойду, кто мне какой-то цветок волшебный принесет. Я уже почти весь лес обошел, а цветка не нашел. Да, Данила, дело твое непростое. Только я одна и знаю, где растет волшебный цветок. Помоги мне, лесная пивунья, век тебя не забуду. Помочь несложно, только ведь не всем этот цветок счастье да радость приносит. Вот, послушай. Знай, Данила, тот цветок непростой. Головой медвежьей ходить будешь. А, ну что, Данила, не передумал? Нет. Не передумал.